Смотри, Семен. Что, нет ее? Нет. Провязал он ее, что ли? Ни на шаг от тебя не отпускает. Все время за руку держит. Ничего, сынок, не огорчайся, устанет. Когда? А сейчас поторопись, а то смотри, как бы он и за руку, так к другому не отвел. О, этого не будет. Ну ладно, если нужен, буду свистнить. Хорошо. Иди сюда, сынок. Отнеси-ка, пожалуйста, диспетчеру маршрут. А вы? А мне торопиться некуда. Я подожду смену. Так мне тоже надо остаться. Ну, я как-нибудь обойду сегодня. Спасибо, дядя Давид. У тебя же дела поважнее. Гога, слушай, ты смотри, свадьбу надолго не откладывай. Извините, девочка. Почем яблоко? А совесть есть у тебя? А между прочим, товарищ, бриться надо. Ай-яй-яй, до чего дошли. Вот это самые вкусные яблоки, девочка. А, вот это я понимаю, хурма. Попробуем твою красавицу. Кажется, ничего. Сейчас. Совсем не сладкая. Вот ты. Георгий! Георгий! Я сейчас. О, Нико! Рад тебя видеть. А? Тиняко? Конечно. Да это же ты, красавица. Здравствуйте, дядя Нико. А, Гога-Гогочка, держи. Здрасте. Молодец. Ты на мотоцикле? Да. Вот, познакомьтесь, Георгий Ларенович Тодадзе, будущий инженер путей сообщения. Им гордится весь наш двор, ведь он знатный машинист. Очень приятно. Стоп. Сегодня мы уже имели удовольствие. Что такое? А, да, да, вот что значит молодость. Заходи, Нико. Мама будет рада видеть тебя. Непременно. Непременно. Ты думаешь, я поверил, что ты увидишь впервые? А вот скажите, вы бы свою дочь тоже так за ручку водили? Не стыдно ему, а? Тебе этого сейчас не понять. Для этого надо быть отцом. Но я должен тебя предупредить, что он отчаянный человек. Если, говорит, увижу я с парнем, убил их обоих. А вот, говорят, бабушка у них очень отзывчивая. О, бабушка! Очаровательная мечта! Печет хачапури, пальчики оближешь. А как поет она? Бас великолепный. Неужели? Лучше, чем у Шаляпина. Неужели да. Баса? А нет, Георгий тоже очень-очень хороший человек. Мужественный. Да ты в этом скоро и сам убедишься. Ой, я уже убедился в этом. Вы же видели, как он смотрел на меня? Нет, ничего. Ты можешь рассчитывать на меня. Если тебе понадобится моя помощь, я с удовольствием. В этом деле у меня кое-какой опыт. Да? Штурмом возьмем эту крепость. Идем. Приехал. Исключительно хорошо. Эх, Гога, если бы ты знал, как я пел в молодости, ты бы умер от зависти. Меня в оперу приглашали, да? Конечно. Сосо. А, Иосиф Михайлович, привет! А ну, докладывайте, что тут без меня произошло. Новый сосед уже 1,5 часа поет, а у Санадзе опять кошка потерялась. Вольно. Сусо, мы с тобой должны сейчас поехать по одному делу. Пойди скажи маме. Вот здорово. Так. А ты, Нико, ведь девушка красивая, а? Не зевай. Слушай, если я понадоблюсь, сови. Ну-ну. Пошли. Здрасте. Здравствуйте. Ну, Богочка, я весьма тронут. Спасибо, милый. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Вы удивительны. В этой туманной мгле вы озаряете мой путь, как солнце, как звезда на небосклоне. Да. По-моему, наши соседи самые страшные люди в этом городе. Вас кто-нибудь обидел? Не может быть. Не знаю, что им пришло на ум вдруг жаловаться. На вас жаловаться? Нет, но вы же знаете, что у нас недавно новый сосед появился. Певец. Тенор на 4-м этаже. Да. Все жильцы говорят, оглохли за 2 дня от его бесконечных упражнений. Да, это верно. Вы же знаете, как это плохо действует на организм. Я удивляюсь, как таких бездельников терпит мир. Был бы у него хоть какой-нибудь голос. А то орёт, как осел, простите за грубое слово. Надо что-то предпринять, я сам возьму за это. Вот его надо спросить с балкона, и увидим тогда, как запоет. И поверьте, мы с вами сразу спокойно вздохнем. Но неужели вам не стыдно? Разве такими вещами шутят? Так говорят об известном теноре. Разве я говорил о нем? Да нет, что вы, это же, ну это Шаляпин. Вы очаровательны. Спасибо вам. Лично я, мы все вообще, и вы, разумеется, весь наш двор, вся наша общественность, мы должны создать все, чтобы расцветал его талант. Как это замечательно поется в песне. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама и, конечно, любовь. А умеет ли она вкусно готовить? Заткнулся бы ты тоже, мне герой-любовник. Опять завел, как он не устает. Гога, сынок, ты, наверное, устал после рейса. Останься, поешь хоть чего-нибудь. Смотри, у тебя один нос остался, ну зачем ты себя убиваешь? Отдыхать нам с тобой теперь некогда, ты лучше готовься, скоро станешь свекровью. Я тебе покажу свекровь. Перестань-ка, сынок, со мной шутить. Давай поговорим серьезно. Женюсь. Ты женишься? Да, все уже решено. Кого ты собираешься осчастливить? Кто отдаст за тебя свою дочь? А вот и нашелся. Да? За мной сегодня целый день на мотоциклах гонялись. А торопись, мол, парень со свадьбой. Значит, ты уже вырос, сынок, и стоишь на своих ногах. Давно уже вырос. Да? Мне для полной самостоятельности не хватает ерунды. Чего же не хватает? Комнаты для новобрачных. Ага. Понятно? Да. Привет. Гога! Гога! Ты только попробуй вернуться домой поздно, я тебя выпарю. Садись скорее. Поехали. Где здесь Оболадзе живет? Вы не знаете, ребята? Кто? Оболадзе. Дядя! Что вы орете, как ненормальные? Ну? Вас кто-то спрашивает. На машине новый шкаф привезли. О, браво! Несите его сюда, на 2-й этаж. Только смотрите осторожно. Подождите. Сейчас, сейчас. Илико. Сейчас, сейчас я все устрою. Иларион. Иларион! Иларион! Что такое? Что-нибудь произошло? А что, собственно, могло произойти? Скажи, пожалуйста, дома твой сын? К сожалению, нет его. А я не могу его заменить. Эх, А они там... Где там? А? Там мне привезли мебель, понимаешь? А? Мебель привезли из гарнитура, надо тащить! Какая красивая кровать, двуспальная. А, и... Слушай, если поможешь, потом не пожалеешь об этом. Суса, подойди ко мне. Проследи за ними и предупредишь меня, если он опять вернется. Ладно. Давай. еще не готова? Опаздывай. Куда вы собрались? Я на тренировку. А он? А он меня караулит. Ладно, иди. Не стыдно тебе? Совсем не измучил девушку. Но ты сам подумай, в какое положение ты себя ставишь. Так надо, мама. Что это значит «надо»? Что такое «а»? Ты мне объясни, чтоб я бы понял. Неужели ты сама не понимаешь? Так велела твоя невестка. Вот приедет она, и вы с ней разберитесь. Дуралей ты. Так и будешь караулить ее до самой смерти? Поверь, чему быть, с тобой не миновать. Ты права, как всегда. Но все же я с ней вместе пойду в бассейн и поплаваю. Только ты смотри, не заплывай очень далеко. Не волнуйся. Идем. Бабуля. Для кого эти цветы? Для одного товарища. Забудь про этого товарища. Знаешь его? Ну, ведь дядя Никол говорил, он будущий инженер и работает машинистом. Мала ты еще, чтобы думать о машинистах. Идем. Проспал? Да где там был? Знаешь, какая немецкая овчарка? А, еще мужчина. За мной. Запоминай. Вот здесь ля, вот ля. Иларион, посмотри, Кока, что произошло? Чего? Кто-то тебя обидел. Заболел ты, что ли? Нет. Не пугай ты меня, сынок, ради Создателя. О, не приставай ко мне, пожалуйста. Оставь его в покое. Объясни ты мне, что с ним такое? Наверное, там был. Где? У своей девушки, конечно. Не делай вид, что не понимаешь. Для кого эти цветы? Для одного товарища. Забудь про этого товарища. Иосиф Михайлович, весьма рад. Здравствуйте. Привет. Вы меня звали? Да, да, звал. Зачем? Сейчас объясню. Я хотел попросить вас, Иосиф Михайлович, об одном совсем маленьком одолжении. Не смогли бы вы мне вынести на улицу этот шкаф? Вот этот шкаф? Ну, не один ты, разумеется. Кликнешь там ребят во дворе. Выбросить его хотите? Да что вы, Иосиф Михайлович, я повезу его в комиссионный. А вы не хотите его отвезти в свою парикмахерскую? Он бы вам там пригодился. Это же антикварная вещь. А может, дядя Иларион купит? Нет, неудобно. Ведь дядя Иларион столяр, он починит его. Великолепная мысль. Какая мысль? Ты умный парень. Позвать? Нет, не надо. Сначала мы вынесем этот шкаф во двор. Ладно. Давай, топай. Хорошо. Здравствуйте, Барбара Нестора. Здравствуйте. Это мне? Я Гога. Помните тогда на балконе? А-а-а! Разрешите? Прошу вас. Прошу. Мой мотоцикл к вашим услугам. Осторожно. Выбирайте. Это что? К сожалению, необходимо. Инспектор может остановить нас. Да. Этот. Позвольте. Так. Прошу вас. Ага. Прекрасно. Добрый день. Здравствуйте. Как поживаете? Ничего. Да. А куда это шкаф несут? Сейчас. Ну, что вы остановились? Проходите. Боже мой. Да, к Илариону Тодадзе. Он же великолепный мастер. У него золотые руки. Знаю, да, знаю. Да. Очень вежливые и услужливые ребята. Так вот, я хочу подарить этот шкаф Илариону от всего сердца. Для хорошего соседа пожертвуешь всем, ведь пословица есть: люби. Добрые соседи это больше, чем добрые друзья. Послушай. Хорошо. Нет, так-то не звучит. Появилась трещинка. Ах, да, ну это в конце, он просто охрип, наверное. Нет, что вы, это в самом начале. Я это запомнила очень хорошо. Простите, я очень спешу. Что это вдруг? Дядя Никол! А вот дядя Иларион. Здравствуйте! Я вас приветствую, о мой самый-самый любимый сосед. А ну спустись-ка ко мне на минутку, Илюша. Сейчас иду. Что вы, ребята? Вы с ума сошли? Встаньте! Илюша, мой дорогой, у меня к тебе огромная просьба. Только, пожалуйста, не отказывай, прошу тебя. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя и твою жену, и Гогу, твоего сына. И вот я решил сделать тебе один маленький, такой скромный подарок. Какой подарок? Ни слова. Давайте. Веселей, веселей, ребятки, и прямо на второй этаж. Ну что вы, дорогой, зачем все это? Илюша, о чем говорить? Все, что мое, твое. Добрые соседи лучше, чем добрые друзья. Конечно, но мне этот шкаф не нужен. Благодарить не надо. Мы как родственники. Привет, Катюша. Ну, я пошел. Ах, да, забыл. Хотел тебя попросить. Но не потому, что я подарок сделал, и ты мне должен. Ну, упаси бог, в моем, то есть в твоем шкафу две электрические плитки. Ни одна не работает. У тебя же золотые руки. Тебе расплюнуть их, починить. Ну, о чем говорить? Я все сделал. Уф, дорогой мой, принесешь, да? Ну, смотри, жду. Иларион! Оглох ты, что ли? С ума ты совсем сошел. Ну, зачем тебе этот гроб? Что мы с ним будем делать? Не кричи, он же услышит. Разве мог я обидеть человека? Он же это сделал от всего сердца. Знаешь ты его сердце, он за этот шкаф все жилы вытянет. Не нервничай, милая. Как-то Гога придет, тогда решим, что с ним делать. Ищи ветра в поле. Целыми днями на мотоцикле гоняет, разве его дождешься? Никого нет. Да? Позвольте, я вам помогу. Как назло не работает. Ты уж прости меня. Тяжело тебе? Нет, что вы, не беспокойтесь. Ох. Еще надо место найти, куда это все положить. Папуля, шлем. О! Ох. Входи, Лего, входи. Вот я принес. О? Из двух ваших плиток одну составил, иначе не получалось. Ладно, ладно, ну иди. Нет, ну, не могу, дорогой. Дома ждут. Разве обед заменить друга? Ты не обижайся. Я лучше в другой раз. Думаю, тебе удастся уйти? Не могу я сейчас. Подожди! Подожди же! Ты что? Как тебе не совестно? Разве мы не росли вместе? А почему сейчас стыдишься моего дома? Но я тебя понимаю, мне самому все здесь противно. Кто в этом виноват? Виноват? Не знаешь? Я виноват? Бессовестный! Стыд и позор! А в чем моя вина? А ну, сними пальто. Сам все увидишь. На эти стены нельзя смотреть без слез, а потолок чернее вороньего крыла. Ну, скажи, пожалуйста, неужели у тебя не дрогнет сердце? Твои золотые руки могли украсить эту квартиру. Разве я для тебя ничего доброго не сделал? Ну, ладно, так ведь иди. Я ведь не знал. Так не что знал. Же тебе от меня надо? Что мне надо? Иди сюда, садись. Давай, рука, другая, ноги. Ты красота. На-ка, возьми вот это. Смотри, ты даже помолодел. Илюша, я все оставляю на твое усмотрение. Ну, начнем со стены, это самое основное. Я тебе полностью доверяю. Ну, сам знаешь. Я скоро вернусь. Гога, на меня ты можешь положиться. Спасибо, я все сказал. Здрасте, девочка. Здрасте, Эд. Отойди. Опа. Гога, пойди поймай такси. Хорошо. Это будет солиднее, чем на мотоцикле. Слушай, Гога, а на каком этаже они живут? На третьем. Ах, да, а направо или налево? Направо. Я забыл. Направо. Вот их балкон. Спасибо. Чем ты сором от смерти? Гога! 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 Тише, Дяднико, тише. Что тише? Что тише? Чуть загрызли меня. Там у них волки на первом этаже. Что? Этого не может быть. Ничего, со мной ты не бойся. Вот когда я в 43-м году воевал на фронте, слушай меня, около Эвпатории, знаешь... Дяднико, вы сказали? Не понимаю. Ну как же? Кому и что я должен был говорить? Ну, про меня и про Тиняко. Вы же обещали мне. Ой, бог мой, ты знаешь, я все время об этом думал. Ждал подходящего момента. Дядя Нико. Да ты с ума сошел, неужели ты думаешь, я подведу тебя? Самое главное, к бабушке теперь найти подход. Зачем мне бабушка? Гога, ты не расстраивайся. Вот увидишь, я завтра поговорю с бабушкой, и все будет в порядке. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я нарушил слово? Не веришь? Мне? Выше голову. Ну, вперед! Ладно. Проходите, Мираб Александрович, прошу. Пусть мой приход этому дому принесет счастье. Спасибо. Да не лишит тебя Бог детей и радости. Илюша, дорогой мой, ну разве это можно? Зачем так истязать себя, а? Ты ведь опозоришь меня в глазах этого человека. Что он скажет? Вставай, вставай, быстро. Ну, переодевайся. Выпьем. Открой бутылку. Ну, давай, давай. Голова не болит? А что я должен был сделать? Слушай, не кричи. Разве я мог ему отказать? Я ухожу. Иди, иди. Ладно. Привет, Гогочка. Здравствуйте, дядя Нико. Дядя Нико. Что такое? Я все помню, я все помню. Гогочка, папа дома? Да, дома. Чудесно. Боже, что случилось, а? Как стучит? Что вы так стучите? Это Нико, Нико. Говорила я тебе, ладно, вот так и потом надо. Все расскажешь. Открой ему, скажи, что я заболел. Ну почему я должна из-за тебя больше скорее двери, а то он их сломает. Екатерина Павловна, рад вас приветствовать. Как самочувствие? Так себе. Вот это да! Ну, товарищи, красивый шкаф, не правда ли? Ой, извините. Так. Екатерина Павловна, а Илюши нет? Он совсем больной. Ах, да, да. Что вы говорите? Говорю, что он заболел, вот и все. Может, мы вчера слишком много выпили? Нет, нет, когда он от вас возвращался, видимо, простудился. Ах, да. А ничего нет удивительного. Он вчера зашел ко мне. У меня дома как раз сейчас маленький ремонт. И говорит мне, как тебе не стыдно, я не могу смотреть без слез на твои стены. Ты, говорит, не веришь в мою дружбу, почему от меня скрывал? Подошел, взял лопатку и, как называется, я забыл, мастерок, развел замазку. Ты, говорит, не волнуйся, я все сделаю. Я прямо схватил его за руки, помилуй, Илюша, можно ли тебе браться за такой непосильный труд? Ты ведь заболеешь, а нет, что вы, и вот факт налицо. Я ведь теперь из-за него не найду себе места. Все время буду чувствовать себя виноватым. Да и вы, наверное, меня проклинаете. Да. Но вы знаете, какой он больниц? Да он лежит дома. Ну, я его завтра там навещу. Как? Здесь? Угу. Екатерина Павловна, это опасно. Но я не боюсь. Сюда! Ах, да, конечно. Не волнуйтесь. Итак, больной, на что мы жалуемся? Ну, разве можно так тепло одеваться? Вот именно так и простуживаются. Так. Значит, говоришь, в районе головы тебя что-то такое беспокоит. Посмотрим. Да, ты прав. Что-то там есть. Надо... О, Надечка, ты как солнце ясное. Девочка, дай мне ложку. Откроем рот. Давай откроем. Стафилококк. Что? Так и надо. А теперь я попросил бы женщин выйти. Илюша, ну-ка давай поговорим с тобой по-мужски. Думаешь меня обмануть? Там же работа на полчаса, отсекловать последнюю стену. Разве не ты это должен сделать? А ну вставай. Ты встанешь и придешь. Встанешь и придешь. Ну ладно. Ну вот, черт, хорошо. Молодец. Я тебя буду ждать. Смотри. Чтоб ты провалился. Катюша. Ушел. Чтоб ты слова не вымолвил. Освободи этот проклятый шкаф. Я тебя предупреждала. Что же я палкой должен его выгонять? Соображай, что ты говоришь. Я так и знала, что этим все кончится. Ладно, хватит. Делай лучше, что я тебе сказал. Разошлась. Тоже мне. Дорогой, слушай, ты как артист все разыграл, даже я поверил. Мы с тобой все быстро закончим. Ты знаешь, сделай добро, воздаться старицей. Ну, пошли, пошли. Да хватит шутить. Ну, нет. Илюша. Не смей. Не смей, говорю. Заходи. Нет. Убери руки. Заходи, убери руки. На тебя! Наглец! Да ты успокойся. Что это с ним? А вы сегодня краше весны, дорогая. О, да. Так. Можете меня поздравить. Поздравляю. Я вышла замуж. О, я очень рад. Что значит замуж вышла? Позвольте узнать, за кого? За нашего певца. На свадьбу вас приглашаем. Вы мой гроб скорее увидите на своей свадьбе. Инфаркта всех хочешь довести. Да. О, не знаю, мама, не знаю. Ну, сколько раз я тебе говорил, умолял тебя, не отпускай ее никуда из дома. Мама, послушай, ну успокойся, ради бога. Вот что мне делать? Куда бежать? Не представляю, где ее искать. Подумай, разве могла я ему не поверить? Воспитанный, вежливый мальчик. Нужна мне его вежливость. Я же убью его, если поймаю. Не кричи. Он, когда уходил, просил тебе привет передать. Ой, чуть не забыла. И Тиняко тебе передавала поцелуй. Эти поцелуи им дорого обойдутся. Да. Алло. Слушай меня, Ромаз, это Георгий. Как брата тебя прошу. Скажи ребятам, чтоб кто-нибудь подъехал к моему дому скорее. Я потом тебе объясню. Спускаюсь вниз и буду ждать. Какой красивый. Позвольте представить, почтенный Магараджа. А это Тиняко. И пугай ее. Тут. Всего хорошего. Прошу. Смотри. Бывший царь зверей. А собака что там делает? Эй, ты! Ау!